в чем-то они интересны. Но, конечно, я сам не ожидал, что после 30 лет, с того момента, как я покинул медицину и занимаюсь музыкой профессионально на сцене, я вернусь, может быть, не полностью, но вернусь в медицину, потому что вот этот весь год, который мы находимся в эпидемии, весь мир находится в этом состоянии, ко мне бесперерывно звонят друзья со всего мира, расспрашивают, спрашивают совет, как поступить, как быть и так далее, и так далее. Я вспомнил о том, что в прошлом я врач, но вы понимаете, что 30 лет не в деле – это полнейшая дисквалификация. И всегда, когда у меня возникали какие-то сложные вопросы, я набирал двух людей для того, чтобы проконсультироваться. Это мою маму, действующего врача, несмотря на то, что ей уже 80 лет исполняется, и доктора из Израиля Бориса Бриля, с которым я имел возможность познакомиться несколько лет назад. И вот эти два человека являются путеводной звездой в медицине для меня на сегодняшний день. И поскольку очень много вопросов задают мои друзья, я решил сделать вот сегодня этот разговор наш, записать в Zoom, для того, чтобы вы могли его посмотреть. Может быть, это вам покажется полезным. Там будут вопросы, ответы. Вопросы я буду задавать доктору Борису Брилю. Как я уже говорил, он работает в Израиле в клинике Рамат Авив в Тель-Авиве. И мне кажется, этот разговор будет полезным и интересным. Итак, приглашаем Бориса Бриля к нам. Здрасте, здрасте. Шалом, Борис. Шалом. Борис, ну, сейчас вот наконец-то мы разговаривать будем не только вдвоем, так сказать, как это часто бывает почти ежедневно, а нас сейчас видят мои подписчики, друзья и так далее, думаю, знакомые, незнакомые мне люди. И им будет очень интересно ваше мнение, потому что мне кажется, что ваше медицинское мышление, оно совпадает с тем, как я вижу всю ситуацию, и мне кажется, что это будет интересно и моим друзьям. Да, поэтому... здравствуйте. Здравствуйте всем. На самом деле, человек, который учился в то время, там 30 лет назад, к счастью или к сожалению, у него клиническое мышление, то, что я заметил, гораздо больше развито, даже если он не занимается в этой теме, но оно осталось у него в голове именно в той правильной модели, которая должна быть у врача. Это именно медицинская модель, которая очень часто сейчас видна с новыми вариантами образования. Не всегда ты видишь у людей. Это а очень вот я сильно. Вижу, Боря, а я вижу такая вещь, вот сейчас мы, может быть, немножко отвлекаемся от той темы, которую я планировал, но она очень интересна мне. Вот я замечаю, что, например, у нас, вот в странах бывшего Союза, я сейчас нахожусь в данный момент в Киеве, да, я не говорю о Германии и так далее, я говорю, там свои вопросы. Вот стран бывшего Союза, здесь медицина сейчас очень такая специфическая в плане гипердиагностики. То есть вот ты приходишь к врачу, и тебя загружают по полной. Чего, кстати, в Израиле, может, я неправильно понимаю ситуацию, нет, насколько я понимаю. Вот вы, как человек, практикующий практически по всему миру, замечали такие тенденции? Ну, конечно, да, есть такая вещь, есть проблема постсоветской медицины все-таки, что есть гипердиагностика, где не надо, и недодиагностика там, где надо. То есть, когда надо что-то делать за три дня, начинается это растягивание на 2-3 месяца, и почему-то это не сделали, уже потом лечить некого, вот, когда реально что-то болит. Или там пришел что-то небольшое, тут же там 10 лекарств, 20 проверок,
Хотя все, что нужно было посмотреть, взять отоскоп, там, в ухо посмотреть, посказать, что это наружный отит, и на это капельки прописать и домой отправить, или сказать, что ты мне голову морочишь, иди домой, объяснить ситуацию, не надо ничего лечиться, иди чай попей, там, парацетамол иногда выпей, и все. Но тут начинаются там гематологи, иммунологи, там еще. Да, у нас практически, если ты зашел к доктору, тебя так быстро не отпустят. То есть, живым ты можешь не уйти. Борис, вот сейчас ежедневно, я уже говорил в своем вступительном слове, мне приходится разговаривать с моими друзьями, кому-то вправлять мозги, потому что у людей абсолютный раздрайв. Мы находимся год в таком, наверное, впервые человечество, да, находится в такой ситуации. Нет, были уже пандемии, понятно, но у нас не было интернета, не было телефонов, да, у нас этого всего, у нас не было такого информационного пространства. И вот сейчас мы попали в пандемию неожиданно в один день, как говорится, да, и вот весь мир начал потихоньку общаться, сходить с ума, появились какие-то разные тенденции. Вот, судя по всему, Израиль находится сегодня все-таки на передовой, то есть нашли схему, при которой проблемы решаются, да? Вот у меня такой вопрос, как это происходит в Израиле? То есть, и что сегодня происходит в Израиле непосредственно с ковидом и с вакцинацией? Ну, да, верно, абсолютно верно. Во-первых, естественно, вот этот пандемический шум и все, что вокруг него, не было абсолютно верно интернета, потому что раньше были как, ну, сумасшедшие были в каждом там доме, в каждом дворе или в каждом районе. Я помню, в Жмеринке там был Миля с водокачки, да, то есть там муж... Вот, но у него не было интернета, он не мог транслировать это на всю Жмеринку. Поэтому, ну, там, соседним дворам он рассказывал что-то, но это не выходило на 10 миллионов просмотров. Да, ну, это так вступление. А сейчас у сумасшедших есть доступ к интернету, мало регулируют это дело психиатры, к сожалению, поэтому происходит куча выбросов, а всегда же людям легче поверить во что-то такое самое простенькое, ненаучное, ну, потому что высшую математику я, допустим, не понимаю, мне же гораздо легче семечки посчитать, правильно? Вот. И да, оно есть. В Израиле, к счастью, образовалась такая ситуация, как и в некоторых европейских странах, что у нас очень жесткая информационная, по крайней мере, со стороны медиков, так сказать, фильтрация. У нас, если врач начнет какую-то нести от себя тяну, которая не связана с исследованиями, его просто лишат лицензии, а врач в Израиле – это человек, который себя чувствует финансово очень хорошо. Конечно, это все через кровь и пот, и бессонные ночи, как и, в принципе, везде, но это финансово очень выгодно быть врачом, скажем так, потому что зарплаты высокие. Естественно, если ты несешь всякую ерунду, тебя этого всего легко лишат. И только исследования. Израиль – та страна, которая пользуется только доказательной медициной. Естественно, Израиль нашел этот выход, плюс системный подход, мобилизация всей медицинской системы, здравоохранения и, естественно, выход, который мы видели, понятно, как. Изобрести лекарство от вируса очень тяжело, и это очень долго. Даже если бы сбросили, как все называются там, вот так быстро сделали вакцины, а почему лекарства? Ну, потому что лекарства от вирусов изобретать очень тяжело из-за самого принципа действия вируса, потому что у нас не вирус нас, можно сказать, убивает, а собственное тело, да, в данной ситуации, в случае с пандемией, как реакция на вирус. И это очень тяжело найти. Допустим, там от гепатита С искали годами, десятками лет. От основной массы вирусов, как до сих пор, от того же гриппа лекарства нету. Вакцины плохо работают, но нельзя сравнивать от вакцину от гриппа с вакциной от ковида, как нельзя сравнивать эти два заболевания. Так Израиль, в принципе, если мы возьмем структура самого вируса проста. Это не вирус СПИДа. Это нету связи, где вирус СПИДа внедряется и может внести изменения в ДНК. Это вирус гораздо проще. И структура его гораздо проще. И поэтому, если как есть замечательный тот же иммунолог, который один из исследователей по вакцинам, он всегда говорит, есть ступени сложности изобретения вакцины.
Вот если COVID по 10-бальной системе мы возьмем, ему поставим двоечку по сложности для вакцины, то, допустим, СПИД это 12, то есть из 10-бальной системы вакцина. Почему, допустим, и нету, так сказать, и лекарств, а и лекарства изобрести для многих вирусов очень тяжело, поэтому для многих вирусов до сих пор нету лекарства, даже, можно сказать, для большинства. А вакцины есть много от разных вирусов, потому что их изобретать гораздо легче, чем лекарства именно в вирусах. И вот Израиль нашел этот способ. Хотя Израиль инвестировал свои деньги в Модерну. Это та компания, которая производит... А Израиль инвестировал, да? Инвестировал, однозначно. Инвестировал в разработку. Да. Но в разработку инвестировал. Поэтому Израиль получил в первых рядах, собственно говоря, как я понимаю. Но Израиль получил Pfizer, а вкладывал в Модерну. Pfizer прошел FDA первый. Теперь у Pfizer существует страна, где мобилизация системы здравоохранения заточена именно на экстренную медицину. Потому что мы постоянно где-нибудь воюем что-то, у нас войны, то у нас соседи неспокойные. Вот. И, соответственно, Израиль может мобилизовать эти силы. Получаем вакцину Pfizer. И покупает ее Израиль. Мы не знаем вообще, за какие деньги она куплена. Точнее, ну, это в открытом доступе, но мне оно абсолютно не интересно. Мне важно, чтобы меня вакцинировали моих родителей, вакцинировали их моих родственников. То есть мне важно, чтобы мои родственники и друзья остались, и вообще люди живы. Соответственно, мне не интересно, за сколько, и какой, и где, именно в какой точке, куда мы тыкаем на карту места, она произведена. Главное, чтобы она была произведена качественно. В Индии, в Китае, в Корее, на Кубе, в Южной Африке, в Южной Америке. Мне вот абсолютно не интересно. Никогда на коробке у нас врачи не смотрят, где произведено лекарство. У нас с этого такого вот подхода там искать дженерики и истории заговора, что кого-то обманули, у нас такого нету. FDA была первая. FDA это Federal Drug Association. Исследования получили на 20 тысячах людей от компании Pfizer, и Израиль купил. Я так понимаю, как я слышал, по цене там в 3-4 дорого от того, что типа сейчас продают. Но мне это тоже не интересно, потому что потери экономики от того, что простои, локдауны гораздо больше, чем те цены, которые заплатятся за прививку. И Израиль, естественно, так как у нас люди верят врачам, верят мне, верят другим людям, верят, то мы в этой ситуации люди пошли вакцинироваться, в принципе, с охотой, понимая всю историю. У нас не было подтасовки статистики. У нас все очень открыто. И люди пошли вакцинироваться. Конечно, в Израиле есть определенный процент антивакцинаторов, но он настолько мизерный. Это основная масса очень малообразованных людей, и которые поддаются какому-то влиянию на рассказы. Это люди, которым гораздо тяжелее прочитать какую-то научную информацию, если они что-то это, чем посмотреть YouTube какой-то хайп и в него поверить. Ну, есть люди ведомые такие, да, они верят в теории заговора, что всех обманули, что вот сейчас еще вот скажут потом в YouTube, что знаменитому музыканту проплатил Билл Гейтс, или сначала он его вакцинировал чипом 5G, и теперь он поет только то, что Билл Гейтс напишет. Борис, кстати, вот интересно, вот на сегодняшний день сколько приблизительно вакцинировано в Израиле людей и кто те, кто не вакцинированы на сегодняшний день? То есть, в принципе, страна-то небольшая, можно быстро обхватить все, да? Да. В Израиле вакцинировано 4 миллиона 950 тысяч людей двумя вакцинами и 5 миллионов 830 тысяч людей одной вакциной. Соответственно, у нас двумя вакцинами вакцинирована половина населения Израиля. То есть это двумя вакцинами, одной вакциной это, вы имеете в виду, первая фаза вакцинации? Да? Первая, да. Первая, и она не в счет, мы будем считать две вакцины. Теперь, если мы возьмем, что мы месяц вышли из локдауна вообще, у нас открыто все абсолютно. Да. И то количество вакцинированных, еще месяц назад у нас было их поменьше, у нас закрыты все отделения коронавируса. У нас в день поступают, госпитализируются в больницу от 100 до 400 людей. Когда до того, как была массовая вакцинация, 6 тысяч людей в день. То есть вакцина работает? Однозначно.
Но нет у нас больных. А из той группы населения, которая вакцинирована, больных у нас нету. У нас нет в реанимациях людей, которые вакцинированы двумя дозами вакцины. Теперь, есть нет единицы. Какие это? Это те, которые вакцина не сработала. 95% все же эффективность вакцины. 95% это не 100. То есть это у людей не выработался иммунитет, у них нет антител и у них нет Т-лимфоцитов, да, то есть они стерильны по отношению. Да, да, можно сказать так. Те люди, которые получают также иммуносупрессивную терапию, онкологические больные, которые получают химиотерапию, и у них просто иммунитет настолько занижен, что он не может вырабатывать антитела, он не может бороться с вакциной. Что же происходит с вакциной? Это МРНК, к примеру, если мы говорим про МРНК, дает команду, вырабатывается антиген и антитело в ответ на него. И это не патоген, мы не вводим живую вакцину, это не живая вакцина, это вообще не болезнь. Это кусочек, мессенджер, который дает указание сработать белку. И таким образом этот белок, как бы, ну, иммунитет – это же белковая вещь. И таким образом мы получаем этот иммунитет. И если мы этот иммунитет получили, но как бы, ну, 95% людей, 100% не существует. Но в Израиле тоже мы видим это наглядно. Опять же, коэффициент зараженности. Очень многие делают из этого, знаете, как такую хайп опять. Вот в Израиле коэффициент заражения опять растет. Они, что во-первых, это значит? Что а это? Вот сейчас расскажу. Коэффициент заражения – это на количество тестов, сколько людей получают положительный ответ. Единица – это очень плохо. Все, что ниже, это значит еще более-менее. Теперь в Израиле он 0,6. Был недавно 0,4, сейчас опять растет. Но это относится к количеству тестов, которые сдаются. Это очень любят вот эти вот теории, теоретики заговора, или которые любят рассказывать людям про вред вакцинации и так далее, что вот в Израиле вакцинация, а у них растет заболеваемость. Показывают графики, вот такие росты. Они, это называется, как это, карту в карман запихивают, как это, подтасовывают факты. Потому что если раньше в Израиле делали 90, 80, 90, 100 тысяч тестов в сутки ПЦР, то сейчас делается всего несколько тысяч тестов. А почему? Почему делали тогда в Израиле 100, а сейчас делают меньше? В Израиле не бегал никто по улицам, не бегала полиция и не тыкала всем в нос ПЦР палки и не брала из горла мазок. Как делалась система диагностики больных? Поступает пациент с жалобами, делается ПЦР-проба, он положителен. Соответственно, его окружение, с кем он как-то контактировал, рассматривается как потенциально заболевший, и их вызывают на ПЦР-тестирование. Также вот весь этот круг, это круг может быть 30-40 человек. Таким образом, при заболеваемости 6 тысяч людей как раз и образовывается там 80-90 тысяч тестов в сутки. Это не означает, что я вот сейчас сижу, ко мне подбегут и тыкнут палку в нос и скажут, а вот заболевший. Это, в этом нет никакого смысла. Это контакты через мобильные телефоны. Допустим, мой мобильный телефон находится рядом, допустим, с вашим телефоном. Соответственно, 10 минут, это значит, у нас был контакт. Соответственно, придут, попросят сделать ПЦР-тест. И так как количество заболевших резко упало, и количество тестов, потому что больные есть, но количество их окружения тоже снизилось. То есть этот круг, он сузился. И коэффициент составляет именно в этой группе тестированных составляет 0,6. Это называется подтасовка ФА. По сути, количественно гораздо снизилось как заболевших, так и подтвержденных в десятки раз. В 20 раз. И это буквально за полтора месяца. Это где все открыто. По эпидемиологии самого заболевания, когда открывается локдаун и есть всплеск заболеваемости, это берет в районе месяца-полутора, мы видим рост резкий. Потому что из-за эпидемиологических характеристик самого заболевания, которое является средний этап, это 5,2 дня инкубационного периода, и симптоматика это 11 дней. То есть человек 11 дней ходит, он не знает, что он заболел. И тут, если мы это возьмем, плюс разрастание, чтобы мы видели активный рост, три раза, то есть, ну, получается, где-то месяц-полтора должен идти рост. Его у нас нету. Больных нету. Больных вакцинированных нету. Те, которые вакцинированы, или легко переносят, или единицы, которые, вот, ну, которые мы перечисленные больные. Поэтому в Израиле это четкий пример, опять же, для многих вакционных компаний,
где показано, что вакцина работает. Очень любят люди рассказывать, вы подопытные кролики. Никим, мы начнем с того, что мы не подопытные кролики. Когда рассказывают люди, что 5 лет надо вакцину тестировать, это, как вам сказать, но это мракобесы, они не знают вообще ничего. Для начала хотя бы посмотрели регламенты тестирования и изобретения лекарств. Существует несколько этапов. Это на животных, потом бездействие, безопасность на человеке. Ни одно исследование, ни лекарств, ни вакцин не сокращается безопасность. Это басни, которые рассказывают. Потом эффективность, а потом третий этап, допустим, у FDA, это называется такое рандомизированное плацебо-контроль исследования. И то, что когда все... А, оно не прошло третий этап или третий этап сократили, вы подопытные кролики. Я говорю, абсолютно верно. Третий этап сократился на 2 месяца, а рандомизированное плацебо-контроль исследования. Что вы в ответ на это мне скажете? Основная масса мне говорит, ты ничего не понимаешь, и уходит, потому что они этих слов не знают. Ну, антивакцинаторов. А вот сейчас такая вот как бы новая жуткая, я не знаю, как это назвать, фейковая такая атака. Это значит, что, мол, ну, это просто на уровне дикости, конечно, но я вынужден это повторить, чтобы услышали те, кто напуганы, и те, кто мне звонили и спрашивали. Звонит мне человек абсолютно умный, интеллигентный, с высшим образованием, и говорит следующую вещь, что ты представляешь, уже абсолютно точно доказано, что те, кто вакцинировались, они заражают коронавирусом других людей. То есть, когда ты вакцинируешься, то ты идешь, и уже ты больной, и ты заражаешь других. Я говорю, как может быть, если вам вводят аденовирус, то есть частичку аденовируса, ты не можешь заболеть, наоборот, у тебя работает иммунитет. Вот пусть запускают вот такие фейки, да, то есть кошмарное. Что можно сказать этим людям? Во-первых, надо читать доказательную литературу. Вот правильно, вы смотрите на это как врач, как реальный врач, который тогда учился и которого учили читать учебники, а не учить по слайдам фармкомпании, допустим, где-то на там, где венцо попивают там, в этом санатории. И в данной ситуации я скажу одну такую вещь. Человек может быть переносчиком заболевания, когда он может заразиться. То есть вакцинированный человек может заразиться, но он переносит бессимптомно. Он может переносить несколько дней заболевания. Это факт. И люди очень любят вырывать из текста вот эти фразы. Он говорит, вот они же переносчики. Но он переносчик не из-за того, что он вакцинировался. Он переносчик, да, потому что он вирус с он ним... Он уже пользует. Был, да. Да, да. Был. Если человек принес грязь с улицы, это не означает, что он грязный. Он просто с улицы грязь принес. Вот и все. Это не означает, что он и есть грязь. Абсолютно верно. Борис, а вот что происходит сейчас вот с травлей? Имеет ли она под собой какие-то, вот, на ваш взгляд, реальные вещи? Вот травля AstraZeneca, да, вот, то есть все эти рассказы о том, что останавливают целые страны прививку AstraZeneca, и что у молодых людей возникают тромбозы. Я, например, не могу понять, какая может быть связь между прививкой и тромбозом, вот вообще никак не могу понять, может, вы мне объясните, что это такое? Это борьба фармацевтических компаний или это реально что-то есть там? Те страны, которые прекращали вакцинацию AstraZeneca или Covishield, это одно и то же, абсолютно идентично. Это делается как регламент, это всегда так делается, это абсолютно правильно. Есть предостережение, если вдруг что-то ты заметил побочное, вдруг какую-то реакцию, которая, возможно, побочная реакция от вакцины, всегда надо проверить эти кейсы, эти случаи. Соответственно, это стандартная практика – приостановить, разобраться или остановить, или продолжить. Если мы посмотрим 60 миллионов вакцинированных AstraZeneca, замечательной вакциной, да, как и все остальные вакцины, да, замечательной. Сколько тромбозов? 80 тромбозов. 5 смертей. А сколько, вот возьмем Украину, да? Оставим вакцину, оставим пандемию. Сколько в день человек умирает в Украине? Сотни. Просто так. От разных заболеваний. Даже не связаны с вакцинами. Тут то же самое. 60 миллионов вакцинированных. Это целая страна. Там есть и тромбозы, там есть и параличи лицевого нерва, и все что угодно. И это не означает, что они связаны с вакциной. Это просто потому, что это 60 миллионов людей.
Сделали исследование. Оно не показало, что в группе вакцинированных тромбозов были чаще, чем в группе невакцинированных, в той же возрастной группе с теми же заболеваниями. Значит, что это означает? Значит, нету связи между вакциной и тромбозами, что это типа она вызывает. И спокойно продолжили. Но люди же ухватились за это. Постоянно хватаются за какой-то новый хайп, новость, и рассказывают, а вот, потом они и забывают, ну это же как обычно. Потом новое, потом новое, потом новое. Сначала они кричали, что мы 5G чипированы, потом они кричали про вышки 5G, хотя, опять же, про 5G основная масса людей даже не знает, чем отличается сила сигнала у 5G и у 4G, что, допустим, там 20-30 МГц, если я не ошибаюсь, а там диапазон 200 и до 2000. Ну, никто же это не знает, никто же это не изучает, я уже даже забыл. Но это как раз... Блин. Борис, хорошо, а вот что мы можем сказать все-таки? Существует ли группа людей? Я-то знаю, что она существует, но я хочу, чтобы услышали об этом наши слушатели. Кому действительно реально противопоказана вакцинация? Кто это? Кто эти люди? И почему противопоказан? Основная, есть временные противопоказания и есть, можно сказать, абсолютное противопоказание. Временно, и опять же нужно расходиться по видам прививок. Временные противопоказания – это активное заболевание в данную ситуацию. То есть если человек, допустим, сегодня переносит пересадку печени, вакцинировать завтра его, ну это противопоказание. Если у него сегодня температура 39, и он болеет тем же ковидом или не ковидом, это тоже противопоказание. Если абсолютное противопоказание к вакцинации именно этой вакциной является единственное, это аллергическая реакция на компонент именно этой вакцины. Но в данной ситуации AstraZeneca одна вакцина, Moderna другая, другие компоненты, Pfizer другие компоненты. Есть аллергия на компоненты AstraZeneca? Есть спутник? Ставь спутник, никаких проблем. Существует много вариаций. Вообще все группы населения надо в первую очередь, как это сказать, надо же вакцинировать те люди, которые подвержены смерти больше. А это слабые онкологические заболевания, ожирение, диабеты, аутоиммунные заболевания, куча таких заболеваний. А чего здоровых? Чего, допустим, вакцинировать меня, я лось здоровый? К примеру. Ну да. А вот в принципе, вот вакцины, вот есть сегодня там 4, там 5, да, наверное, ведущих вакцин во всем мире. У них принцип их производства, да, он плюс-минус одинаковый, или это совершенно разные, противоположные, разные вещи? У них принцип действия разный, слегка разный. Есть, мы говорим, Pfizer и Moderna, которые связаны с МРНК, и вырабатывается в ответ на это иммунитет. Есть другие типа AstraZeneca, типа спутника, это где S-протеин, делается аденовирус, и потом S-протеин, и таким образом вырабатывается... Аденовирус – это у нас спутник и AstraZeneca, да? Да, да, да. Да. А остальные вакцины – это что получается? Есть еще ослабленные кусочки белка. Это типа вакцин типа Sanofi. Такие вот основные. Кстати, Европа вкладывала деньги в Sanofi. Это вообще, кстати, катастрофа Европы, их вложение денег. Pfizer и... Это что? Что у нас получается? Pfizer – это МРНК, которые самые такие, да, типа продвинутые. Но они... это, чтобы люди понимали, это искусственная частичка, которая, да, имитирует вирус. РНК, которая программирует, да, выработку белка определенного. Программирует... Она создана искусственно, да? То есть... Да, она создана искусственно. Белок S-протеин, который шип, который цепляется за клетку, ну, мы же для людей рассказываем, не для профессоров, да, да, цепляется вот так. Это тоже искусственно создается этот шип-белок, это не проблема. И в ответ на него вырабатываются антитела. А тут сама МРНК программирует выработки белка, который будет антителом для сначала антигена, потом антителом для вируса. То же самое. И есть ослабленный вирус, то, что мы когда-то имели с полиомиелитом и другие, это старые древние вакцины. Имели, да. Да, старые древние вакцины. Он похуже, у них эффективность там 60%. И вот Европа вложила деньги как раз в эту вакцину. Ага. Теперь, а почему? А потому что регулятора в Европе по вакцинации получила
одна представитель Греции, который как бы, все же не ожидали, что будет такое скорое развитие вакцин, и далее это доверили человеку, которая занималась вообще никогда особо медициной, не занималась, занималась какими-то контролями за водой, и особо она такая серая мышь, но при должности. И она влупила деньги в Санофи, и Санофи разработала вакцину, которая, в общем-то, плохо очень работает. Вот и все. Поэтому, когда рассказывают, что вот мы лучше старую древнюю вакцину поставим, ну, старая древняя, она похуже, потому что там или живые, или ослабленные вирусы, но как бы или мертвые, это не очень хорошо, потому что мы имеем в реалии именно заражение, неважно, ослабленным или мертвым. Ну, вот лично у меня есть негативный опыт, потому что когда-то много лет назад я никогда не вакцинировался, но я постоянно болел в декабре месяце, именно в декабре, гриппом. Многие, вот много лет подряд. А в декабре, в то светлое время, у артистов были елки. Вот. И это было самое жирное время, когда был каждый день концерт, а я болею гриппом. И вот мы решили всей семьей, значит, вакцинироваться. Это сейчас я не лью, так сказать, на... Не, естественно. Не помогаю нашим... Анди, нашим оппонентам, да, я просто рассказываю свою реальную историю, когда я никогда не вакцинировался, и мы всей семьей вакцинировались какой-то французской вакциной. Я заболел таким жутким гриппом, что я никогда ни до, ни после не болел. Жутчайший грипп. Да, после этого я очень осторожно стал относиться к вакцинам от гриппа, но при этом я абсолютно точно понимаю и точно знаю и советую всем, что от ковида надо вакцинироваться. Это не, но я прекрасно понимаю, что если бы у меня лично был выбор, вот вакцинироваться вакциной, где ослабленный белок или, допустим, аденовирус, то я бы, конечно, шел бы вот по второму пути, да? То есть, наверное, все-таки. А такой вопрос, значит, Боря, скажите, вы рекомендуете вакцинироваться всем? Да. Да. Всем, у кого нет острых каких-то резких противопоказаний. Да. Теперь следующий вопрос. Переболел, человек переболел, у человека антитела, он переболел коронавирусом, у него выработались антитела. Что делать таким людям? Смотрите, так как я работаю в Израиле, я вам скажу информацию, потому что ту, которую я изучал по нашим вакцинам, по AstraZeneca и по Спутнику, я не... до конца глубоко изучил этот вопрос. И я, кстати, никогда не стесняюсь говорить, я не знаю. Врач не может знать все. Если я что-то не знаю, я открою книгу, исследование, прочитаю. Я, кстати, собираюсь заняться этим изучением, но это надо потратить часы, исследования прочитать по поводу перенесших заболеваний и ревакцинация после перенесенного заболевания AstraZeneca и Спутником. По поводу Pfizer рекомендовано вакцинироваться одной дозой, даже если человек переболел. В районе 4 месяцев ожидают и вакцинируют. То, что происходит в Израиле. Теперь, то есть в Израиле переболевших с антителами вакцинируют одной дозой Pfizer? Да. Да. Интересная информация. Для меня лично очень интересная. Теперь я хочу рассказать, почему и для чего. Так. Если мы возьмем такую ситуацию, все думали, что процент повторных заражений, он минимален. Хотя мы видим сейчас в Украине, что он не минимален, это катастрофа. Вирус мутирует. Он мутирует не быстро, он мутирует определенно, там, раз в две недели. Есть базовые мутации, есть мелкие мутации. Вот. Но на примере одного города в Бразилии, название бразильское тяжелое на М, называется, не помню точно город, опубликовано в авторитетнейшем журнале Nature. 1,5 миллиона населения переболело, в районе там 60% переболело, или миллион населения, ну, переболело 60-70% населения. И что? Потом слетело на нет, все, нету больных там, единицы. Но сейчас, это было летом, но сейчас они по повторному разу болеют, и опять смертность, опять тяжелые болезни, и те же самые люди. Что мы видим на этом? Это значит исследование. Мы получили исследование, что есть повторные заражения. Они болеют вирусом, мутация P1 называется. Вот. Вот и все. Значит, нужно ревакцинироваться. Теперь тут есть как раз с вакцинами интересная вещь, что mRNA-вакцины, messenger РНК, вот эти, да, они, их можно бесконечное количество быстренько подгонять под новые штаммы вируса, если они сильно изменились.
Но пока они эффективны на те штаммы, которые существуют все. Это мы видим. Они все вакцины работают сейчас на новые штаммы, да? Да, да. На мутирующие. Однозначно. Но поэтому... это приятная новость. На самом деле, сказали это, когда говорю, там про концерты, я думаю, елки-палки, до чего мы дожили? Я сижу напротив Гарика Кричевского, а мы говорим о вакцинах, а не о музыке. Да, я думаю, что мои подписчики, они сейчас сходят с ума понемножку, но они, дело в том, что я уже давно пришел к тому, что мне нужно сделать это, мне нужно с вами именно пообщаться, потому что те вопросы, которые мне задают, я не могу на все вопросы ответить. Я уже не имею ту компетенцию, и поэтому мне очень интересно, чтобы мои друзья прежде всего, а к сожалению, к огромному, Борис, я поражен и удивлен. То есть у меня мои друзья умных, среди которых много умных, образованных людей, 50% это так называемая категория отрицающие прививки. То есть они собирают фейки, это коллекционеры этих жутких фейков, да, они их присылают мне, причем это жутко сфабрикованные, абсолютно идиотские какие-то сентенции, псевдомедицинские, да, я до хрипоты пытаюсь им доказывать, но не всегда это имеет воздействие, и люди ходят вплоть до того, что я лучше заболею и умру, но я не буду вакцинироваться. Потому что я не хочу быть куколкой Билл Гейтса. То есть там такой кошмар, такое рассказывают, такие теории, что от этого просто крыша едет, Борис. Поэтому я думаю, что я правильно делаю, что мы с вами сегодня пишем этот наш разговор. Я думаю, он не последний. Вот. И еще куча вопросов. Вот скажем, например, следующее. Сталкиваясь с чем? Есть люди, которые отрицают вакцины, да? То есть отрицатели вакцин. А есть люди, вообще очень интересная категория людей, отрицающих то, что они могут заболеть ковидом. То есть вроде бы они понимают, что заболеть они могут. Но как только они начинают чувствовать начало заболевания, как ОРЗ начинается, да, как только они недомогание, то до момента, пока они не теряют обоняние, они считают, что у них аллергия или грипп, или еще что-то. Они не больны, они не идут делать тест, они не больны ковидом. Вот что можно посоветовать человеку в наше время, когда идет пандемия, когда он чувствует недомогание? Когда человек чувствует недомогание, я бы ему советовал сдать ПЦР-тест. Даже если этот человек переболеет, не тяжело. Рядом есть пожилая мама, которую он просто или она убьет. Так и происходило со многими. К сожалению, многие ушли. Я спорил тоже до хрипоты, я уже почти стал как Луи Армстронг с голосом. Вот. Что когда я кричал... Вам хоть за это деньги платят. Да-да-да-да. Что я говорил, ну внуков ты увидишь потом. Внукам нужен живой дед, а не мертвый. Чуть-чуть, подожди чуть-чуть. Или что-то будет придумано. Или надень ты маску. Ну, не поцелуешь ты сегодня внука. Ну, ничего страшного. Но это всего лишь год. И мы реально видим, это всего лишь год. Если бы все-таки были эти предостережения, экономические потери и локдаунов бы их не было. Не было бы этой дикой смертности. Посмотрите на Китай, посмотрите на Японию. Ну, в реалии там же нету никакого локдауна. Там просто все надели маски, доходят. Вот и все. Вот сегодня, например, есть еще такая история у нас. Это людям очень сложно дозвониться к врачу. Да? То есть из-за того, что сильная эпидемия, да, я понимаю, нагрузка огромная на врачей. Врачи уже, наверное, сходят с ума. Да? Вот что делать человеку, который сдал ПЦР-тест, положительный, у него ковид, он не может дозвониться к врачу. То есть вот ваши рекомендации. Смотрите, рекомендации, они очень простые. И в этом и отлаживается вся катастрофа определенных стран с медициной, с тем количеством больных и погибших людей, которая произошла. И почему больницы завалены, и врачам не дозвониться. В первую очередь, это не паниковать. И это относится, опять же, паника, которая происходит с человеком.
она тоже не дает критически мыслить и правильно оценивать ситуацию. Поэтому они видеоролики, где абсолютный фейк, думают, что это так и есть. Там, допустим, они не могут досмотреть внимательно. Да? Допустим, ролик, когда там стоит человек в белом халате и говорит, я закончил мединститут, там, по-моему, в Херсоне он закончил, или где-то в Бобруйске, я не помню. Я работаю медиком в Италии. Для каждого белый халат, медик в Италии. Думают, о, врач-то с Италии. Для меня, вот, допустим, когда я это все смотрю, человек закончил, он 20 лет. Человек закончил мединститут 20 лет назад, работает санитаром в Италии. Он же медик? Медик. Он экзамен не сдал, потому что у него нет знаний. Он, может, плохо учился, не сдал. И 20 лет он катается с санитаром это. И он рассказывает, как лечить коронавирус. И все это все пересылают. Но никто же внимательно, там же врачом-то не надо слушать, там же надо иметь критическое мышление, что тебе дуют в уши. Или там с Израиля, что надо лимонный сок капать в ноздри. Там. Я там закончил мединститут, 30 лет, я уже как врач, ему спрашивают, работал и прекращается, это потом перерывается и другое слово. Мне все, вот это правда, я говорю, что правда-то? Ну где там врач? Я говорю, где он врач-то? А начинают слушать, и там на 5-й секунды. Нет, оказывается, не врач. И все уже начинают доходить, объясняют. И вот в данной ситуации, если паники люди подвержены, они начинают жевать все подряд. Запихивают себя, как не в себя. Скупают все с аптеки, а тут важно не паниковать. 80% больных переносят это легко, без тяжелых симптоматик. И если не начинать пичкать себя непонятными лекарствами, если у вас не начинают такие же горе-врачи пихать вас всем подряд, вы спокойно перенесете в легкой форме. Ну, будет у вас температура 38, 2 недели, ну, ничего страшного. Есть парацетамол, есть аспирин, есть ибупрофен, есть анальгин. Замечательно. И вы всегда, и в детстве бывало такое, что вы болели. Поэтому теплое, обильное питье. Сатурация, важно измерять сатурацию. Измеряется сатурация. Если она не падает ниже 94, значит, вы болеете в легкой форме, даже если у вас 39 температура. Это легкая форма. 39 температура не является бактериальной инфекцией. 39 температура – это и показывает, что вы болеете. Чем не показывает специфику? Показывает просто, что вы больны. Это реакция организма. Можно неудобно, некомфортно. Примите обезболивающее. Важно обильное питье, отдых и отдых и покой. Это важно. И не бежать, не хватать антибиотики. Потому что при ковиде люди, которые принимают антибиотики, на 150% выше смертность и тяжесть течения заболевания. И почему? Так сказать, профилактически – это глупо. Тогда давайте всю жизнь принимать профилактические антибиотики, чтобы, не дай бог, гланды не воспалились. Почему же так никто не делает? Или чтобы не было пневмонии. Почему? Потому что в этом ситуации, во-первых, при ковиде, при соединении бактериальной инфекции, только у 6% госпитализированных пациентов, а нет тех, которые лечатся на дому. На дому это меньше 1% присоединения бактериальной инфекции. Значит, соответственно, антибиотик не нужен. Но если ты его да принимаешь, то да, бактериальная инфекция к тебе присоединится. Только та, которую ты не можешь уже вылечить антибиотиком. Антибиотикорезистентная. И то количество смертей на постсоветском пространстве, которое произошло, очень большое. И тяжесть заболевания, оно зависит именно из-за того, что сначала начали брать все, кому не лень, плаквенил и гидроксихлорхин, уже всем известный, и сейчас все глотают эти дикие антибиотики количество. А потом, когда они ухудшаются, их уже потом не вытащишь, они в тяжелейшей форме. А сейчас еще новое введение, как только температура, шлепают сразу же стероидами. Опять же, врачи и уже раздали по интернету, все раздали советы, как нужно лечиться. Но к чему это приводит? Громадное исследование New England Journal of Medicine, что люди, которые начинают от температуры или при легкой форме принимать стероиды, переносят тяжелее, переносят чаще госпитализации, чаще смерти. Стероиды работают определенный срок. Они не работают безгранично. Ты если бы принимал свои 10 дней, но 20 это уже будет совсем по-другому. Поэтому стероиды эффективны, когда начинается снижение сатурации ниже 94. Есть такая шкала NEWS 2. Поэтому не паниковать и не хватать все подряд. И если вам врачи назначают антибиотик без лейкоцитоза, без высокого анализа лейкоциты, то это не врач, а преступник. И даже если врач работает, не покладая рук, весь потный, и не покладая рук, убивает пациентов неправильными назначениями, он не герой, он враг человека. А в каких случаях все-таки нужно
принимать антибиотики и нужно гормоны, да, вот в каких, на каком этапе, так сказать, болезни, то есть в каком и в каком это объеме все должно происходить. Антибиотики применяют, когда есть лейкоциты, поднялись лейкоциты выше нормы. Это не означает, что лейкоциты поднимаются. Пока они в пределах нормы, нельзя антибиотик. Только когда есть лейкоцитоз, то, что мы называем повышенное количество лейкоцитов, только тогда мы имеем отношение к бактериальной инфекции. То, что я в ушах послушал, да я не знаю, кто, у кого там, у вас идеальный слух, ни один человек в мире не может услышать разницу между бактериальной или вирусной пневмонией, приложив стетоскоп к грудной клетке. Звуки одинаковы. И нету специфических признаков бактериальной пневмонии, кроме лейкоцитоза, кроме повышенных лейкоцитов. По этой причине только повышенные лейкоциты. Дексаметазон, который появился самым такой очень дешевый, очень хороший препарат, стероид, гормон, он дается в формах, когда есть снижение сатурации, ниже 94 и только в больнице. Поэтому не надо брать это домой и снижать температуру, вы только можете себе навредить. Итог, еще раз повторяюсь, количество смертей больше в этих странах от неправильного лечения, чем от самого вида. В Израиле никто не бежит за какими-то лекарствами. Во-первых, это у нас только строго рецептурно. У нас смертность составляет 1%. Основная масса переболела дома. А умерли у нас люди старше 85 лет на 90%. А, допустим, если мы возьмем страны постсоветского пространства, там и в 40, и в 30, и в это. Я постоянно... Там вот одна врач лечит своего сына, допустим, да. Я за голову хватаюсь, когда они хотели поменять антибиотики без лейкоцитоза, самые три последние. Я говорю, скажите мне, а когда вот присоединится бактериальная инфекция, вы его чем, будете бубном по голове бить, чтобы он выздоровел? Как, чем вы его лечить-то будете? Он же у вас умрет. Надавали стероидов, парень, легкие жернова. Зачем? Легкие стероиды приводят и к присоединению тоже бактериальной инфекции. Они ему температуру сбивали стероидами. Вот. И к присоединению бактериальной инфекции, и к отекам определенным. Поэтому, это мракобесие. И это не герои врачи на самом деле. Это реально убийцы. Сейчас отправляют... Вот человеку поставили ковид, и на следующий день его уже отправляют на КТ, да? Да. И потом расписывают какие-то в процентном соотношении поражения легких. У вас 15%, у вас 30%. Что это? Сегодня только мы разговаривали по этому поводу. Мы делаем исследование одно вместе с Бразилией, вместе с Украиной, вместе с Израилем, группа ученых. Мы делаем по одним из препаратов, там, по части по цинку, части по микроэлементам, которые помогают, там, витамины D, витамины С, но есть разные исследования. Одно из исследований, которым мы сейчас занимаемся, мне присылается, я делаю, смотрю, 2 КТ, разница там с применением препарата, поражение легких одно, и через 12 дней другое, гораздо меньше. И мне пишет человек, который биолог, он не это, 25% улучшения. Биолог написал этот из Бразилии, кстати. Я говорю, извини меня, пожалуйста, я говорю, вот как ты, каким макаром ты измерил, чтобы, когда ты публикуешь, ты должен публиковать не комедию, а ты должен реальный этим. Я в этом исследовании, я ему говорю, каким образом ты вообще измерил, что у тебя улучшение на 25%? Ты объемы на компьютерной томограмме высчитывал и вычитывал? Я говорю, если сантиметр есть, его можно, там 2 сантиметра, 1 образование, ты можешь сказать. При поражении легких ты не можешь высчитать проценты поражения. Как ты их можешь высчитать? Это невозможно. То есть такое впечатление, что они видят просто гиперемию, да, допустим, поражение. Да, поражение, да, и они измеряют от общего объема легкого. Да, да. Да. Но ты не можешь это сделать, потому что у тебя много срезов. Это тебе надо считать эти проценты. Можно, компьютерные программы специальные, но это займет 3 недели расчета одного человека. Поэтому есть или улучшение, или значимое поражение, или значимое улучшение. Тут невозможно считать в процентах. Это глупость. Реально глупость. Во-вторых, у нас, допустим, не отправляют никого на КТ. А смысла в этом нету. Потому что если у кого-то есть снижение сатурации и тяжелое дыхание, я знаю, что у него легкие повреждены. Мне зачем КТ? Для чего оно мне надо? Что я хочу там увидеть? Что у него легкие поражены? Не будет, то есть,
если, допустим, человек подозревает, что доктор подозревает, что у пациента воспаление легких, почему нельзя сделать просто обычный рентгенологический снимок? Да? Во-первых, так. Во-вторых, ПЦР у нас положителен. Мы получили, что у него есть ковид, у него есть хрипы. Значит, у него есть поражение ковидное легких. Зачем мне его еще облучить заодно? Да, еще и облучать. Вот я тоже все время думаю об этом. Да, бог с ним облучать, а еще и позаражать кого-то рядом. Ну, то есть смысла в этом нет, терапевтического момента в этом никакого нет. Объемы легких проверить, там, спирометрию, ну, еще куда ни шло, чтобы куда-то стремиться. А так, не знаю, а еще шарики дуют. Вот шарики дуют. Вот, Борис, вы сейчас говорили о том, что вы там исследованием занимаетесь, а вот мне тут сорока на хвосте принесла, что вы входите в состав группы исследователей, которые изобрели достаточно интересный препарат, который, может, поправьте меня, может, и... Да, это абсолютно верно. Мы работаем над этим исследованием, что у нас довольно пока хорошие результаты, так как мы стартап, так сказать, компания. Мы не Roche, мы не Pfizer, мы не можем вкладывать миллионы долларов. Мы это финансируем из своего кармана. Это лекарство, которое помогает, снижает фиброз легких при ковиде и вообще при воспалительных заболеваниях, которое снижает температуру, может способствовать поднятию сатурации. То есть мы во многих случаях видим, допустим, сатурация 92 поднимает до 95 с однократного приема. Или с однократного приема падает температура там, с 38,5 до 37,5. Ни в коем случае нельзя говорить о лекарстве, которое, о, мы тут вообще короли мира, мы тут изобрели вообще чудесное лекарство. Если как только я это скажу, считайте, я аферист, больше мне на телефон не отвечайте. Такого не существует. Я поясню просто нашим зрителям, что сатурация – это насыщение кислородом крови, да, вашей. И да. Вот доктор говорит о том, что если у вас заболевание, не дай бог, ковид, и вот эта сатурация падает, то есть насыщение кислорода небольшое, то есть препарат, то есть или он будет, или он уже есть. Да? Он уже начинает быть в продаже, и дальше продолжается исследование. Мы его зарегистрировали, все верно. Но мы сейчас будем публиковать по мере исследования, потому что любое исследование – это финансы. Сейчас мы, кстати, можем поговорить о фармбизнесе и о этих историях. Да, так я как раз... Первое, что когда у вас с этим препаратом уже все будет окей, я бы хотел с вами переговорить, и чтобы мы подробнее рассказали об этом. Потому что, на мой взгляд, это важная вещь сегодня. Я так предполагаю, что, не знаю, вот как вы, но я предполагаю, что нас пандемия, я не говорю сейчас о Израиле, думаю, Израиль очень быстро все закроет, но вот Европу, Америку и весь остальной мир, это еще, наверное, года на два, как вы считаете? Америка нет, Европа, я думаю, на годик, а весь остальной мир... К сожалению, на самом деле, к сожалению, да. Хочется... То есть препарат нам нужен, ребят. Такой, ну да, да. Я хочу сказать, что препаратов-то немало изобретено. Кстати, когда рассказывают, вот почему деньги не потратили на препараты, любой препарат, как и вакцина, это финансирование. Допустим, я нашел финансирование, что инвестиции, тогда я быстрее продвигаюсь и так далее. У нас, допустим, есть один из продуктов, застопорились мы, внутривенно, который делает просто замечательные вещи. Но инвесторов мы пока не нашли. Соответственно, мы не можем с ним продвигаться, потому что, например, чтобы там выборку на 20 больных сделать внутривенное исследование препарата, да, хотя безопасность уже пройдена, а показать его эффективность на 20 больных, это составляет в районе 300 тысяч долларов. Нужно оплачивать страховки, нужно оплачивать гранты, нужно оплачивать CRO компании, это Clinical Research Organization. Очень много этого. Будучи простыми ребятами, врачами, биологами и так далее, у нас нет. Мы надеемся, что ищем инвестиции, будут инвестиции, конечно, будем продвигаться. Не будет, мы не можем. Пероральный прием лекарств гораздо легче, потому что там не нужна госпитализация. Пока что у нас есть выборка в общей массе около 2-3 тысяч больных. У нас нету ни одной смерти. Пока что на сегодняшний день, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, это является не монопрепаратом. Но мы пока на сегодняшний день идем в исследование и зарегистрируем. Я надеюсь, что скоро опубликуем хорошее очень исследование. Круто, удачи вам. Так что с вас разговор, с вас интервью. Так, а что говорить по поводу, вы говорили по поводу воин фармацевтических компаний, если я правильно понял. Даже можно сказать не воины фармацевтические компании, допустим, с тем же средством Мунаков, да, мы спокойно, которое сейчас зарегистрируем перорально, оно нормально зарегистрировано, там не нужно больших вложений, потому что из-за способа приема и амбулаторных больных. Поэтому мы там
нашего препарата, спокойненько зарегистрировались, спокойно ведем дальше исследования, спокойно помогаем людям. Вот. Но, допустим, вот этот, например, препарат, как я сказал, для больших компаний ты вкладываешь деньги, и у них очень много денег, и они могут продвигать любые исследования, а любое твое изобретение они могут у тебя купить за 10 тысяч долларов, за 10 тысяч долларов, а потом сделать на нем миллиард. Вот и все. Если ты же хочешь так вот сделать, да, то тебе надо там, чтобы у тебя был миллион долларов в кармане, и тогда ты будешь продвигать это исследование. И поэтому не все лекарства, которые на сегодняшний день изобрели, они есть на рынке. Потому что кроме того, что сделать, надо инициировать исследование, это все стоит денег. Государство не инвестирует в лекарства. Что рассказать, почему все государства не инвестируют? А изобретений есть тысячи. А скажите мне, пожалуйста, а какому изобретению дать денег? Миллионы изобретений есть. Понимаете, в чем дело? И поэтому фармкомпании выбирают какие-то для себя продукты, туда вкладывают и вперед. Вот так вот. Ну, вам желаю удачи, потому что вот то, что мне кажется, вот повышение сатурации, то есть это я, как человек, прошедший ковид, ну, слава богу, в легкой форме, и путеводной звездой протоколов были вы, Борис. Я понимаю, насколько важно, насколько важен этот препарат, и вам удачи, конечно же, думаю, все у вас получится хорошо. Скажите, вот ваш совет для обычных обывателей, обычных людей, живущих в больших городах по всему миру и в бывшем Союзе, и на Западе. Вот человек, не переболевший, еще пока не вакцинировался, да? Надеюсь, что вакцинируется. Как жить? Как себя вести, чтобы минимализировать возможность заболевания? Тут я бы сказал одну еще такую вещь. Это касается даже реально профессии вашей. Потому что если бы люди относились серьезно, не нужно было бы даже прекращать концерты. Ну, реально не нужно было бы их прекращать. Если бы люди прекращали думать, нужна маска или не нужна, ну, хотите послушать классную песни, классную музыку, ну, приходите в маске, да посидите и в этот момент, вы же наслаждаетесь, вы же не пришли туда курить сигареты, что вам рот нужен, или кушать, да, допустим, вы пришли послушать музыку, классные песни, поднять настроение, это можно. Если бы все люди носили, предостерегались масками, никаких бы локдаунов не было, были бы концерты, были бы то, все бы было, в реалии все бы было. Поэтому просто предостерегаться, носить маску, вот и все. Особо мне нравятся те, кто носят маску вот под носом, да, то есть это они для кого делают, я не понимаю. То есть вот это ношение маски, да. Ну реально, я же вижу, насколько и вы как артисты страдаете, и много других людей, но этого бы не нужно было, потому что, ну, в Японии же открыто, в Китае открыто, они просто носят маски, у них даже концерты есть. Да, я тоже, Но они сидят на концерте в маске, ну вот мне хочется послушать вас. Ну я надену маску, мне же мое желание послушать Гарика Кричевского в тысячи раз важнее, чем побыть в маске. Тем более, что я в маске целыми днями, когда рассказывают, это специальные маски, это не специальные маски, а тут многоразовая, да даже многоразовая маска содерживает. И не из-за того, что частицы вируса меньше, чем сама маска. Мы изменяем физиологию выдоха. Мы не выдыхаем чистым вирусом. Мы выдыхаем влагой и другими составляющими воздуха. И это аэрозольного распространения. Да, абсолютно верно. Но изменяется траектория. И все. Вирус не летает с крыльями. Вирус не пробирается вот так вот через волокна маски. Он останавливается вместе с влагой. И говорят, а вот не меняют маски. Но вы трусы же меняете, извините, пожалуйста. Стираете же их. Но почему маску не постирать? Ну, раз в день состернул, две маски тканевые, и все было в порядке. Но исследования показали, на 80% снижается. Особенно любят хайповать там, по поводу Белоруссии и этого, и как Швеции, где померла куча людей, где экономический урон был громадный. Это очень интересно мне, да. В Швеции умерло много людей. Они носили маски при том, но они не делали как таковых ограничений. Сначала они относились, и у них очень умерло очень большое количество. Они посчитали это большой ошибкой. У них экономический урон из-за лечения этих же пациентов. Каждый пациент такой тяжелый. Это очень большие финансовые расходы государства. А что сейчас в Швеции происходит? Локдаун. Локдаун, да? Когда в Норвегии, Финляндии его нету, когда они вакцинированы, и у них в 10 раз меньше смертность, в 10. А они... я думал, восхищался шведами, говорил, вот молодцы, говорил, я, ребята... Вот, ничего. А у них локдаун и смерти, и горе, и экономически они шлепнулись по сравнению с Норвегией и Финляндией, одинаковая
природа, одинаковая плотность населения, одинаково. Потому что когда очень любят сравнивать там Киев с, там, допустим, с Бербаденом каким-нибудь там в Норвегии, например, где два белых медведя и один человек на 20 тысяч километров, да, ну, образно вот скажем, то это нельзя сравнивать, или там Киев, Москва, передача гораздо, ну, совсем другая. Норвегия, Финляндия и Швеция не идентичны. Смертность в 10 раз больше в Швеции, чем в Финляндии и в Норвегии. Количество населения у них абсолютно одинаково. Экономический крах у Швеции гораздо больше. У Финляндии и Норвегии не пострадали экономически со всеми их локдаунами. И надо еще знать, что, допустим, такие большие заводы, как Volvo, прекратили производство в тот момент. Они реально прекратили, они-то закрылись. Вот и все. Поэтому это все хайп. А про Беларусь я вообще промолчу. Потому что я общаюсь с несколькими тысячами своими коллег. Я не хочу по причине того, что какая там ситуация разная бывает. Я не политик. Но они все подписаны о неразглашении, и хоронили они там людей немало, включая врачей. Да, к сожалению. Ну, это да. Борис, хочется все-таки закончить наш сегодняшний разговор. Я думаю, не последний. Очень интересно мне было. Надеюсь, что и моим подписчикам, друзьям и незнакомым людям будет тоже интересно с вами пообщаться. Хотелось бы все-таки сказать, вот немножко доли оптимизма зарядить. Как вы считаете, уже возвращаюсь тоже, когда все это закончится и при каких обстоятельствах и условиях это можно ускорить? На сегодняшний день я думаю, что это закончится, ну, в течение года, если отнестись серьезно, если люди будут относиться серьезно. Мы общаемся для наших сограждан, для нашей публики, для наших, как родины, да, то есть большой, для ваших поклонников, которые простираются везде. И, к сожалению, очень большая часть антивакцинаторов – это одинаково с нами языка, владение языка. А так у вас все-таки есть определенное общество поклонников, громадное, да, то есть оно большое, вашего творчества. Конечно, я думаю, многие послушают. И я очень надеюсь, я очень надеюсь. До кого-то дойдет. Ребята, пользуйтесь исследованиями, не верьте хайпу, берите научную литературу и читайте, и вы все поймете, насколько это полностью глупости. Насколько... Я думаю, что в течение года такими способами, если все перестанут хайповать, реально отдадутся в руки науки, доказательной медицины, не будут ставить эксперименты друг на друге, делать только санкционированные исследования, но исследования, следовать рекомендации грамотных врачей, доказательных, и их очень много, то я думаю, что мы в ближайший годик уже со всем этим закончим, хотя могли уже закончить, если бы отнеслись более серьезно. Я очень надеюсь, что вы правы, я очень хочу, чтобы так было, и мечтаю приехать на гастроли в Израиль, которые должны были быть еще прошлой весной, к сожалению, они не состоялись. А сейчас же будет. Сейчас же уже будет открывать, я думаю, в скором времени уже будут. Вот в Израиле как раз в скором времени будут. Будут ли нас иностранцев пускать? Вот в чем. Да, будут, ну, приезжают. Сейчас уже с гуманитарными целями приезжают. Делается тест по приезду серологический. И после того, как серологический тест подтвержден, после этого, естественно, можно заезжать. Никаких проблем, в общем-то, нету, и карантин не нужно сидеть. То есть, да, те, кто вакцинировался или те, кто переболел. А люди с антителами, то есть, тоже могут сидеть. Да, да, пока с гуманитарными, но я думаю, бизнес-поездки и так далее уже тоже начинают открывать и постепенно откроются. Я думаю, что мы самый первый концерт мы будем слышать в Израиле, потому что мы уже вышли на тот момент, что мы можем слушать и ходить на концерты. И я вам скажу, если мне скажут сидеть на концерте в маске, я надену маску. Если мне скажут сидеть на концерте в шлеме, ну, мне единственное, уши надо открыть, чтобы я это слушал, наслаждался. Я буду сидеть в шлеме. Будем надеяться, что и без масок, и без шлема. Да. Ну, я-то, конечно, отутрирую. Но ведь важно же. Если зрители будут в маске, я не возражаю, вот нам уже на сцене в масках будет тяжело. Но это однозначно. Кто-то же должен быть без. Этого, естественно. Фонограммщикам было бы это за счастье, конечно. Так там можно тогда 4 концерта одновременно давать. 4 человека в масках, фонограммы вперед. Ну, Борис, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время пообщаться. Вам удачи, когда у вас препарат будет готов. Мне было бы очень интересно с вами на эту тему отдельно поговорить.
Вот, так что до встречи, до свидания. Спасибо большое. Привет Израилю. И как всегда удовольствие. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.